Всем привет, дорогие зрители! Я в Махмутларе нашел очень хорошую четырехкомнатную квартиру, дуплекс, двухуровневую, по очень хорошей цене. Она пустая, в турецком доме, который позади меня. Проекту приблизительно 17 лет, может быть и меньше, не больше 17 лет. Вот такой проект, здесь бассейна нету, есть вот открытые парковочные места, открытая парковка, вот такой проект. Бассейна нету, расстояние до моря максимум 370 метров. Здесь слева от меня располагается вторничный рынок Махмутлара, который располагается по вторникам недели. Значит, вот тут такой вход в резиденцию, в этот турецкий дом. Вот такой вот коридор. Также присутствует и лифт. Поднимемся мы на пятый этаж этого проекта. Вместимость 4 человека. Поднялись мы на пятый этаж этого проекта. Вот здесь такой коридор. И вот наша квартира. 3 плюс 1. 180 квадратных метров, дорогие зрители. Пустая. Вот такая тут прихожая. Начнем со спальни. Тут вот это первая спальня этой квартиры с выходом на балкон. На балкон я выйду с гостиной комнаты. Сразу пройдемтесь в гостиную комнату. Здесь гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая тут кухня с гостиной. И также выход на балкон. Вот такой просторный балкон, вид на соседние здания, ну а квартира бюджетная, выбирать вам. Здесь требуется ремонт, минимум 1000-2000 евро. На первом этаже у нас туалет, справа от меня еще одна спальня, такая просторная. С выходом на балкон. Вот такой тут балкон с видом на соседнее здание. Так. Поднимемся мы на второй этаж этой квартиры. Лестница из мрамора. Значит, слева от меня просторный санузел. Вот такой просторный санузел. Также присутствует форточка. И здесь наша гостиная комната или гостевая, там кто как хочет, может ее переделать. И самая изюминка этой квартиры – его терраса, очень просторная такая вот терраса. Вот такой вид. Немножко там горы видны, в основном видны соседние здания. Вот такая огромная терраса. Так, дорогие зрители, хочу подвести итог о этой квартире. Значит, квартира находится на расстоянии от моря 350-370 метров максимум. Рядом присутствует у нас вторичный рынок, который располагается по вторникам неделю один раз. Квартира находится на 5-6 этаже этого проекта. Бассейна тут нету, старый турецкий дом, проекту 17 лет. 3 плюс 1, четырехкомнатная. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 63 тысячи евро. Нужно потратиться на ремонт 1000-2000 евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписались.
У нас очень много вариантов, но так как дешевые варианты быстро распродаются, я не успеваю их снимать. И смысла не остается. Есть у нас и бюджетные варианты. С вами был Агасе из Солнечной Алании. Всем желаю счастья, добра и здоровья. Всем пока-пока. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.